И снова здравствуйте. Так, в этом видео расскажу быстро, как починить корзину сцепления. Если у вас пяток 125, альфа, полтос, дельта, всякое такое. Если у вас начинает буксовать сцепление, либо подклинивать, заедать, то сразу снимайте правую крышку картера и разбирайте сцепу. Итак, тут у меня уже все разобрано, но я покажу, как ее собрать. Итак, в чем заключается проблема? Имеем такой алюминиевый колокол, и вот здесь у нас образуется выработка. Ну, тут, конечно, я ее уже везде исправил. Сейчас одно место я оставил, специально показать. Вот, видите? Вот в этом вот месте ступеньку. Так, что у нас происходит? Вот эта вот часть корзины выжимная, она, кстати, встает в двух положениях. Вот об этом позже. Она попадает в этот пазик. Сейчас найдем, где он у нас здесь. Ну да, уже тяжело найти. Тут их 8 штук. Придется подпиливать. Вот. Смотрите. Сейчас, да фокусируйся же ты. Вот, видите? Вот этот пазик. Вот, он попадает в этот паз. Сцепа это. И тем самым у вас диски не сжимают. Это бывает... Почему происходит выработка? Когда вы грузите на мопед 15 тысяч людей и отправляетесь в кругосветку. Тошните на одной передаче, когда долго-долго часами едете. Еще подгазовываете, бросаете, тормозите с коробкой. И получается вот эта железяка в этом месте набивает себе выработку. Потом вы начинаете выжимать сцепление. Оно у вас выжимается, как бы диски прослабляются. А вот чтобы потом, когда у вас появляется выработка, сжимать эти диски, оно не сжимает, потому что оно сидит в этой ступеньке. Так же и было здесь. Я снял стопорное кольцо, а диски остались внутри. Пришлось их выстукивать, выбивать. Итак, как это вылечить? Просто берем эту лабуду, диски зажимаем, если у вас есть. Можете рукой держать. И просто напильником стачиваем это место. Сейчас я вам могу продемонстрировать кусок. А потом покажу, как собрать эту сцепу. Так, где у нас? В среднем уходит где-то по минуте на каждый зуб. Вот. Сейчас камера сфокусируется. Произведение искусства китайское. Вот. Вот так вот напильничком аккуратно стачиваем. Примерно минута и одна готова. 8 минут и вы сделаете корзинку. Итак, вот что у нас получилось. Вот так стачиваем, пока не уйдет это пятно старое, черное, грязное. И все, далее снимаем с тисков, идем все это моем в бензине и начинаем собирать. Вот так все детали отмыл. Приступаем к сборке. Первым этапом вкладываем все пружинки. Вторым выбираем направление пазов. Эта ерунда встает у нас в двух положениях. Смотрим, чтобы вот эти пятачки попадали на пружинки. Вот, видите? Теперь корзина у нас подпружинивает. Далее вставляем фрикциончик. Не забываем про вот эту шайбу. Но обязательно, если вы заберете корзину, не поставите ее, то будет проблема. Ставим второй диск. Значит, он у нас подклинивает, поэтому вытаскиваем его. Это у нас был последний диск, кстати. Так, проверяем все тщательно, ставим второй диск. Далее, следующий фрик. Проверяем, все вращается. И последний диск. Далее все это стягиваем и прессовываем пружиной.
Устанавливаем, далее ставим наше колечко. Можно просто ладонью, можно ногой вдавить это все. И ставить стопорное кольцо в пазы. Все то же самое, как на коробке автомата. Только это альфа-дельта. Выскакивает. Аккуратно глаза. Проверяем. Нажимаем и вращаем. Потом эту шайбу можно снять. Но если вы ее сразу не поставите, потом не сможете вставить. Потом не забываем про прокладку, герметик, фиксатор резьбы, все болтики. Этот узел должен быть герметичным, так как это центробежный масляный фильтр. Вот. Вот и все, господа. Корзина собрана. Ну все, всем пока. Подписывайтесь обязательно. Ставьте лайки, оценивайте, комментируйте, что вам еще снять. Пусть ваши мопеды не ломаются.